Тем временем противостояние на юго-востоке Украины продолжается. За последние сутки, по данным ополчения, силовики нарушали режим перемирия 30 раз. Обстреляны Горловка, Докучаевск, Углегорск, а также несколько районов Донецка. Прямым попаданием снарядов повреждены жилые дома, две больницы и детский сад. Между тем, сегодня Донбасс получил новую партию гуманитарной помощи из России. Колонна грузовиков доставила продукты, школьные учебники, лекарства, в том числе инсулин для больных с сахарным диабетом. Всего более 1000 тонн грузов. На границе конвой прошел таможенный досмотр.